Простые линии с глубоким смыслом. Для каждого русского человека они понятны. Автор рисунка, 7-летняя Вероника, признается, рисовала себя и свое отношение к родине. Такой осознанной гражданской позиции позавидует любой взрослый. Этот рисунок обозначает о символе, о любви. Получить награду из рук сотрудников прокуратуры особенно почетно. Конкурс «Я гражданин России, патриот и защитник Отечества» проводился среди школьников Одинцова. В нем участвовали 57 работ. Такие совместные проекты «Стражи закона» с музеем проводятся не впервые. Чтобы воспитать подрастающее поколение настоящими патриотами, ответственными за свою страну. Сейчас у нас есть патриотические программы, они есть и в органах местного самоуправления, они есть в образовательных учреждениях, и уже с молодых лет детей учат, что такое государство, общество, что такое конституция в том числе, и как это важно. Когда Андрей узнал, что стал выставочным художником, удивился, но, признается, обрадовался. Как представитель сильной половины человечества, понимает, какая ответственность лежит на мужских плечах. О своей стране говорит только с гордостью. Это надо наше достояние, мы должны гордиться этим, что мы живем в самой большой и красивой стране в мире. Рисовали солдат, боевые награды, животных, вечный огонь и, конечно, Кремль. Выставка получилась доброй и по-детски искренней. Познакомиться с работами юных художников можно в Одинцовском историко-краеведческом музее. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».